Впервые компания из Беларуси стала обладателем престижной премии Global Capital Bond Awards. Выпуск еврооблигаций крупнейшего ритейлера страны Евроторг признан лучшим дебютом на развивающихся рынках. Итоги премии объявили в Лондоне. По сути, это Оскар в финансовом мире. Global Capital – одно из самых авторитетных изданий для инвестиционного мирового сообщества. Многим оно известно под предыдущим названием «Евроуик». Повлияет ли эта победа на экономику страны в целом? Вопрос уже не риторический. Первый в истории Беларуси выпуск корпоративных еврооблигаций состоялся год назад. На мировой рынок валютных заимствований вышел Евроопт. До этого страна была представлена только суверенными евробондами. И сразу же громкий успех. Переподписка в момент выхода облигаций Евроопта превысила эмиссию в 5 раз. И что самое главное, вызвала интерес со стороны инвесторов на 4 континентах. Это свидетельствует о сильной рыночной позиции компании и профессиональной команде менеджмента, считает руководитель компании Renaissance Capital. Компания выступила букранером выпуска облигаций. Это привлекательно. Беларуси как инвестиционной юрисдикции, привлекательность экономики. Второй важный знак – это доверие инвесторов в сектору. Да? Сектор, в котором работает Евроторг, однозначно инвесторами оценивается как привлекательный, как сектор, заслуживающий широких инвестиций. И, наверное, здесь мы подходим к, наверное, самой важной части. Это качество менеджмента, качество самой компании и управление компанией в бизнес-модели, которая выбрана. Очень широкого круга компаний из самых разных секторов. Это и нефть и газ, это и финансовый сектор, это и ритейлеры. Дебютный международный выпуск компании Евроторг не только привлек внимание инвесторов по всему миру, но и стал залогом победы. Компания стала обладателем престижной премии Global Capital Bond Awards. Премию присуждают после голосования практически всех игроков финансового рынка планеты. Также в этом году наряду с Евроторг награды от Global Capital получили такие известные международные компании, как Deutsche Bank и Volkswagen. Мы считаем, что это важный шаг не только для нашей компании, но и в целом для страны. Высокая награда от Global Capital – это заслуженное признание работы нашей команды, а также всего экономического и инвестиционного потенциала Беларуси. А открытое общение с инвесторами будет обязательно продолжено. Мы верим, что наши усилия, кроме решения стратегических задач развития бизнеса, будут также способствовать дальнейшему раскрытию инвестиционной привлекательности Беларуси. Сегодня Евроторг – крупнейший мультиформатный ритейлер в Беларуси. Компания управляет более чем 600 магазинами под известными брендами «Евроопт» и «Брусничка» во всех регионах страны. Ежедневно в магазинах компании делают покупки около 1 000 000 покупателей. Влада Корницкая и Андрей Мушавец. Наши новости. ОНТ.